Давайте посмотрим канареек. Здесь у меня канарейки. 4 пара. Левый верхний угол. Кеннер краснодеревый. Самка у него красный мозаик. Рядом сверху справа самка красный мозаик. Молодая. Самец белый. Он не то чтобы прям сильно белый. У него на крыльях тоже такое вот немножко как красный мозаик, как апельсиновая. Хочу посмотреть, какие птенцы будут у той пары и у этой. Купались только. Вот самочка красный мозаик с левой стороны. Крупная. Сейчас попытаюсь через дверцу вам показать ее. Вот, конечно, надо все дела сделать. Так, крупная самка. Уже гнездо мостит. Самочка в гнездо таскает материал строительный. Давайте дальше посмотрим следующую пару. Здесь у меня сидят слева снизу желтая самка. В том году вы ее видели. Чубатая. И оранжевый самец. Давайте посмотрим ближе. Вот такие птицы. Тоже хочу посмотреть, какие будут у них птенцы цвет, окрас. Будут желтые, оранжевые, чубатые или бесчубые. Давайте дальше будем смотреть. Здесь у меня справа, снизу, не знаю, как их кто называет, кто говорит, что это агат, кто говорит, это коралловые. Давайте посмотрим через дверь. Тоже купались птицы. Пока желания нету строить гнездо у самки. Самец какой-то ленивый. Это старая пара. Я даже больше скажу, что самец очень редко поет. Почему, не знаю. Думаю, что самец уже старый. Ну, буду ждать. Мне хотелось бы получить потомство от этих птиц. Красивые. Давайте дальше посмотрим. Это вот у меня, которые справа птицы сидят. Самочка
молодая, еще ни разу не высиживала, не сидела на яйцах. Самец, один раз у него были птенцы, не говорили. Самка красная мозаик. Самец тоже из мозаиков вышел, но он, видите, только на крыльях у него немножко есть. С двух сторон. Посмотрю, что они дадут. Какое будет потомство. Самочка уже носит в гнездо строительный материал. Жердочки есть с другой стороны. Просто птицы, я близко нахожусь. И лезут на сетку. Не будем мешать. Так, этих птиц вы увидели. Сверху у меня здесь с левой стороны первая отсеки сидит самка краснодеревая. Одна. Эта самочка у меня в том году была спарована самцом краснодеревым. Я самца посадил самке красный мозаик. Так, ну смотрите, здесь в том году у меня птенец вылупился краснодеревый. Он на гнезде сидит. А это самочка щеглиха, гибрид канарейки и щегла. Я не хочу воровать этого самца с матерью, ну что кровь близко родственников, что родственных птиц, чтобы не воровать. Просто посадил его сюда, к этой самочке, поставил гнездо, но буду смотреть. Знаю, что все говорят, что гибриды птенцов не дают. Ну а вдруг погода тоже утром. Температура падает до +6, а днем +20.